сказал. Ну и вместо этих игроков сегодня на эту появится Алексей Ковальцев. Александр Пичурский, вратарь, сегодня пока не в стартовом составе. Правильную зону, но не всегда это желание подкрепляется адекватными передачами. Ну, вот это интересно сейчас, что Виталий Атюшов сделал. Двоих он обыграл рядом с поворотом и сделал передачу. Вот здесь уже опасный, бросает поворотом 70-й номер Том Вандель. Наверняка были вопросы у менеджеров и тренерского штаба к нему. Вот еще одна угроза воротам Говерджа. Классная атака получилась у второго звена. Эцела фиксирует шайбу. Всем нужно перевести. Да, конечно, какая игра. Меньшинство у Амура в начале сезона было просто великолепное. Сейчас среднее. И вот мы видим, автомобилист близок к голу. Гоукола останавливает коллективно хозяева площадки. Шайба у Амура. Уже в полном составе. Выход 2 в 1. Получает у хозяев бросок. И прям живот голыш. Олег Лин сам себе момент создал. Перехват. И выход 3 в 2. Симаков. Симаков ближнему. Возврат. И, наверное, напрасно. Но вот связь пытается автомобилист. Загнать шайбу ворота Мецова. Победа на Бенфорса. Замах, бросок. И шайба прыгала на самой ленточке ворот. Ну и Томи Кивисю, конечно, сейчас спасла команду. Была ровно одна возможность попасть по шайбе. То есть промашу первый раз, второй бы уже не было, она была в воротах. Выходит на большинство. Я знаю, что тренерский штаб был очень недоволен. Думали, что это усиление, а он пожарил иногда. И это неприятный синдром для команды Андрея Разина, потому что ты теряешь инициативу во втором периоде и начинаешь выдыхаться из-за того, что дальняя скамейка. Тяжело меняться. И вот как итог. Бросает первушный счет в матче открыт. 1-0. Мы с Артемом в какой-то степени предсказали этот гол, потому что констатировали. Ну и очень здорово вывели сейчас Первушина. Может быть, продолжат они в том же духе. И опять Голышев. Волошев, Симаков, Торченюк придумали очень хорошую атакующую акцию. И 2-0! 2-0! Владислав Ушенин усугубляет преимущество своей команды. Я, конечно, очень рад за Симакова, Торченюка и Волошева, но они так наелись в атаке, что назад мы просто не успели бегать в контратаку, потому что устали игроки-автомобилисты снова. И вот, посмотрите, даже так, подключается еще третий, четвертый. Где шайба? Там добивать или нет? Ковар. Шайба под Ковашем. Как же здорово со скамейки выбежал Железнов. Доиграл атаку до конца, 98-й номер. Набрался он сил в штрафном боксе, набрался спортивной злости. И был близок Амур к третьему голу работы, которая продолжалась больше года. Не то, что команда была реабилитирована в прошлом сезоне после неудачного старта. Это целиком полностью его заслуга. Торченюк с неудобной руки бросает. Тащит Мецела. Барыкин без рапья. И говорю, ой, я помню. Момент создает Амур. Давайте про девушек позже. Два шанса было сейчас у Амура для того, чтобы усугубить преимущество. Хороший был момент. И теперь ответная атака. Пошел раскат у автомобилиста. Преодолена синяя линия. Пихнов. Пихнов режет угол. Выкатывается на ворота. Мецела ставит щитки на лед. Сам не свистнул. Перехват. Нужно подождать подкреплением. Вячеслав Ушенин. Зуб. Зуб ответный пас получил. Бросает в ближний угол. На этом обрез. Ну, автомобилисты, знаешь, больше проблемы со входом в зону. А вот смотри! Вот это подправление! Мастером бы его назвал. Был бы шедевр. Был бы шедевр, а сейчас 3 в 3. Не было удара по рукам, и гол! Гол сравнивает... Артем Гарриев. Не сравнивает, он одну шайбу отквитал, и теперь интрига у нас воскресла. Ну и молодец, Гареев, просто молодец. Вот, знаешь, не получалось коллективно, и вот смотри, вроде ну ничего не предвещает. Сравнивая счет автомобилист, то будет вообще весь и генерация.
Хороший проход, бросок. Сейчас добивает Метцела. Еще один бросок мимо цели. Метцела пластается и не позволяет Коутову. И в самый неподходящий момент свалился Бек. Что ли плохо наточено? Ой-ой-ой! И такой был шанс сравнять счет матча. Метцела спас. Фантастический сейф от Юха Метцелы. Ну и спросить у Алексея Метнова, как он не забил, наверное, он не ответит. Ну, не знаю, здесь очень много народу на льду с тобой не согласятся. Ну это я так подкалывает. И опасный момент! Элло! Заблокирован бросок. Полминуты до сирены. Пауза. Передача за ворот. Метцела бетонирует низ. Арена чувствует, что победа уже близка. Бросок. И первая победа Андрея Николишина на новом рабочем месте. И его Амур опережает бывший коллектив Трактор. 46 очков сейчас у Амура, 44 у Трактора.